Приветики, хуетики! Вы ж мои родные! Ну как, приготовили уже к впадению в анабиоз свои берложечки? Готовы сосать лапу виртуального контента? Не торопитесь, потому что издатели всего мира собираются подсластить вам зиму новыми игрулечками, о которых я сейчас и поведаю! Ассасинов в кооперативном режиме игры Assassin's Creed Unity разбили на 4 класса. EA приостановила конвейер и назначила релиз Battlefield 5 аж на конец 2016 года. Команда BioWare позволит геймерятушкам вдоволь встрочнуть в Dragon Age Inquisition. Разработку Dying Light для старых никому не нужных консолей свернули. Соревновательный мультиплеер Far Cry 4 представят геймерятушкам целых 3 новых режима игры. Компания Take-Two очень рада переносу релиза GTA 5 на PC, ведь это хорошая идея. И, конечно же, свежайшие релизики прошедшей недели. С появлением в игре Assassin's Creed Unity кастомизации ассасинов Ubisoft вынуждена разбила всех персонажей на 4 класса. В зависимости от переносимого оружия, используемых навыков и предпочитаемого стиля игры, геймерятушки смогут прикинуться скаутами, светящими врага, ворами, скрывающимися в тени, поддержкой, подсасывающей фраги, и дамагерами, раздающими хедшоты, прыгая на жертву с высокой колокольни. По словам разработчиков, все это ёбаные понты. И игроки могут в любой момент прикинуться Рэмбо и пойти хуячить всех голыми руками. Классы фактически представляют собой категорию, которая позволит ориентироваться в бесчисленном множестве возможностей кастомизации своего персонажа. Другими словами, апиздохуенчик гарантирован. Компания BioWare продолжает радовать любителей попялиться на виртуальные сисянтры, полигональные булочки в игре Dragon Age Inquisition, при этом не забывая порадовать и фанатов мужских прелестей, которых в простонародье ласково окрестили гомиками. Долой ханжей! Даешь мастурбацию в массы! Европейская рейтинговая комиссия спалила контору. Комиссары писали отчеты, чтобы оправдаться, почему присвоили игре рейтинг для взрослых, где и привели в пример строкотного диалога одного персонажа, который, не стесняясь, заявлял о своем открытом намерении хорошенько вздрочнуть на ночь, вспоминая прелести другого персонажа. Ох уж эти суровые времена Пресвятой Инквизиции, которая пришла в мир спасать мир от ужасного хаоса и темных сил. Ох уж эти массовики-затейники из BioWare, которые стараются привнести в игры чистые, светлые, сука, инновационные технологии. Компания Electronic Arts анонсировала дату релиза Battlefield 5. Ну как анонсировала? Сказала инвесторам, что новая игра серии появится в конце 2016 года. Инвесторы, будучи людьми практичными, естественно спросили: а какого, собственно, хуя так долго ждать? На что руководство EA выдало заранее заготовленную речь о зависимости конвейера на продаже игры и спиритические сеансы с Генри Фордом. Как говорится, если издатель сказал, что будет выпускать новые игры серии ежегодно, то это не значит, что так будет всегда. Издатель хозяин своему слову, может его давать, а может и забирать. Реальность же намного более очевидная. Богадельню DICE решили загрузить производством новых игр по самые гланды. Поэтому чернорабочие тупо не успевают ебашить в 4 смены. И чернорабочие они не потому, что они черные. А вот и наши любители не слушаться мамку и не одевать шапку. Ну что, отмороженные вы мои сопливки? Задавайте свои вопросы. Дядь, можешь что-нибудь сказать об Outlast 2? Будет ли продолжение? Ты не поверишь! Но после невероятного успеха первой части ужастика разработчики решили
решили запилить Outlast 2. И этот самый неожиданный поворот событий подтвердил сам Филипп Морин, основатель студии Red Barrels. Так вот, поросеночек ты мой тугоумненький, можешь принимать заказы на производство шлакоблоков. По словам разработчиков, действие игры будет разворачиваться в той же вселенной, но место действия персонажи могут быть другими, а может быть и не могут. Но Outlast 2 точно быть! Дядь, чё там слышно о новой The Elder Scrolls? А ты попробуй догадайся! Естественно, на The Elder Scrolls 6 уже давно началась работа. И даже если не началась, то разработчики уже занялись выдумыванием новой эпической части, которая сосёт игроков в своё лоно. По некоторой неподтвержденной информации, ключевой локацией новой игры станет Аргония. Или в простонародье Черножопья. А в смысле Чернотопье. Здесь игроки встретят огромных лягушек, зыбкие вязи, топкие топи, непроходимые заросли и прочую поебенечку. Правда, вот ждать придется невъебенно долго. Релиз, по той же неподтвержденной информации, готовят аж на конец 2016 года. Так что, героюшка ты мой срака рожденный, запасись терпелкой. Минздрав предупреждает. Ходить без шапки можно, только если у вас уже нет мозгов. Скажем дружно, нахуй нужно! Подумала команда Techland и положила болт на разработку Dying Light для старых консолей. Мечта всех пекарей сбылась. Игру не выпустят на Xbox 360 и PlayStation 3. Мир жесток и несправедлив. Но старые консоли стареют с каждым Новым годом. И чтобы усугубить жжение в недрах пятой точки консолодрочеров, стоит отметить, разработку отменили буквально за несколько месяцев до официальной даты выхода. И скорее не потому, что разработчики честно заебались втискивать в старые бесполезные железки новомодняцкие системы, а потому что тупо лень. Конечно, все это скрыли под завесой предположения, что старые консоли тупо не тянут. Но мы-то с вами знаем, что даже на банкомате можно запустить Doom 2. А посему, дорогие мои, вынужден констатировать, что вас просто кинули! Ха-ха! Первые разработчики Far Cry 4 представили соревновательный многопользовательский режим в игре. Если раньше команда Ubisoft говорила «ну его нахуй», кооперативный режим куда пизже, то внезапно все поменялось, и в игру добавили несколько соревновательных многопользовательских режимов. Игроки смогут попробовать себя в роли мистических воинов Ракшаса, способных растворяться в джунглях, призывать диких хищников и нашпиговывать стрелами все, что движется. С другой стороны, безжалостные наемники группировки «Золотой путь», ведомые жаждой наживы и власти. На их стороне огнестрелы военной технологии, которые позволят расхуячить даже самого мистического воина. Игроки столкнутся в противостоянии в трех режимах. В режиме штурма, захвате флага и контроля точек. Естественно, все это распиздасто завуалировано в стиле заполучи таинственную маску демона и не дай ее спиздить другим. Но все будет куда банальнее. А вы знали, что перенос релиза PC и версии GTA 5 это хорошая идея? А вот Штраус Зелник знал. Он всегда знал, что нужно сначала объявить релиз игры для всех платформ пораньше, а потом взять и задержать. Релиз на PC, чтобы пердаки всех геймерятушек просто прорвало от бурления говн. Естественно, глава Take-Two Interactive не признался, что так и есть на самом деле. Он просто сказал, что задержка даст разработчикам дополнительное время, чтобы отполировать игру и бла-бла-блашечки. Доверчивые писюны, конечно же, повелись на сладкие речи. Ну а похуистически настроенным реалистам остается только ждать 27 января 2015 года. Вот мы и добрались до самого интересного.
релизы в студию. Insomnia Games выпилили свой новый эксклюзивчик для Xbox One под названием Sunset Overdrive. Однажды весь Sunset City набухался просроченного энергетика и превратился в толпу ёбаных монстров. На уничтожение монстров натравили боевых роботов и повергли весь город в адовый ад. И только вам, геймерятушки, предстоит расхуярить всех и спасти мир от злодейств и колдунств. А вы знали, что караоке становится в два раза пище, когда играешь на PlayStation? SingStar Ultimate Party хирургическим путем выпрямляет слух и связки игроков, позволяя сделать из них настоящие супер-распиздастых поп-звезд. Забейте болт на режиссеров клипов, записывайте собственные клипы на вебки. Теперь не нужно ложиться под продюсеров. Достаточно включить плойку и ебашить. Oops, I did it again. Новый баскетбольный сезон NBA Live 15 настолько распиздастый, что тебя можно отсканировать и запихнуть в игру. Разработчики запилили улучшенную систему освещения, переработали физику игры, поправили мозги компьютерным оппонентам и допилили управление. И все это, по идее, должно сделать новый сезон лучше, но оценивать, конечно, только вам. Когда все боксерские бои куплены, когда кикбоксеры переломали себе все ноги, когда капуэйра больше не оставляет. На сцену выходит WWE 2K15. Ведь рестлинг – самый честный вид спорта, где исход матча оговаривается заранее, а захватывающая подоплетка в деталях прописана сценаристами. В игре есть звезды рестлинга, новые режимы и новый графон. Если вы всегда мечтали выращивать картоху, но мама отправила вас учиться на экономиста. Если вы всегда хотели рассекать удобренные навозом поля, но папа проплатил вам учебу на юриста. Farming Simulator 15 воплотит ваши тайные желания в реальность. Новая система графики и физики, новые виды тракторов и комбайнов и прочая захватывающая поеботинка в открытом мире. А пиздохуенчик! Каждый преступник втайне желает получить еще один шанс на исправление. И только в Lords of the Fallen мировое правительство дает злодеям такой шанс, забрасывая их в иное измерение, кишащее злоебучими демонами. Получайте пиздюлет каждого встречного монстра. Совершенствуйте свои навыки, чтобы расхуяривать монстров, и вновь получайте пиздюлей от огромных боссов. Эй! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Кинут уже кончилось. На этом все! Ненаглядные вы мои! Подписывайтесь на канал, тыкайте! Лайки под видео! Заходите на gamebomb.ru за новыми скриншотами, обзорами, новостями и трейлерами. А я спешу откланяться. Покедова, геймерятушки!